Разница в размере налога получается, если собственник участка возводит коммерческий объект, открывает магазин без изменения назначения участка с жилого на коммерческий. Выявить это можно, сопоставляя реальность с картой Росреестра. Если речь идет о гостинице, то такой объект потребляет ресурсы, которые изначально не были заложены в планы поставщиков. Это приводит к дефициту тепла и электроэнергии. За нецелевое использование земельных участков предусмотрен административный штраф, если определена кадастровая стоимость земельного участка. Для физических лиц от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей. В случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, штраф для граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Соответственно, для должностных и юридических лиц штрафы на порядок выше. Этого можно избежать, если в кратчайшие сроки привести назначение земельных участков в соответствии с фактическим использованием. Муниципальный контроль продолжит выявлять нарушения земельного законодательства.